значит, заказал я такую флешку Kingston, которая может записывать видео в формате 4К и 2К. Скорость чтения у нее до 90 мегабит в секунду и скорость записи до 80 мегабит в секунду. Ссылка будет в описании. Значит, что мы имеем в сухом остатке? Эта флешка пришла в течение 20 дней. Вот. Будем ее тестить на неродном адаптере и на вот этом переносном адаптере для телефона. Что она нам покажет? В родном адаптере не получится тестировать, так как он был поврежден при транспортировке. Вот. Ну и, собственно говоря, скорость памяти в неродном адаптере 65,8 мегабит в секунду записи. Скорость чтения 69,9 мегабит в секунду. Все это проверял на H2 тест программки для флешек. На адаптере, ну, у него USB 2.0, в принципе, поэтому скорость чтения гораздо меньше, 18,3 мегабит в секунду это скорость записи, и скорость чтения 14,5 мегабит в секунду. Тоже проверил.